О том, что важно быть внимательным, осторожным и правильно экипированным на дорогах, как оказалось, знают почти все первоклассники из 6-й гимназии. Ребята приняли участие в тематической встрече с сотрудниками ГИБДД. Она прошла на ледовой арене имени Владислава Третьяка в Щелково. Первоклассники активно отвечали на вопросы о том, как и на какой сигнал светофора переходить дорогу и нужно ли пристегиваться в детском кресле. Инспекторы решили сделать встречу запоминающейся, поэтому устроили для ребят настоящее шоу на льду. На базе ледовой арены мы продемонстрировали, как в темное время суток работает светоотражатель. Ребята это увидели, они теперь понимают, почему его необходимо носить в темное время суток. И очень надеюсь, что будут соблюдать данные требования. Ученики гимназии не только посмотрели красочное представление, но и прослушали важную информацию о безопасности на дорогах. Также сотрудники госавтоинспекции разрешили ребятам посмотреть, что находится внутри машины ДПС. Кое-кому даже посчастливилось включить сирену. Также первоклашки получили памятные сувениры, светоотражающие браслеты. Они помогут ребятам оставаться заметными на дороге в темное время суток. Надо обязательно их одевать, если вы хотите в темную прогулку выйти, потому что иначе вас машина может не заметить, и за это машина может получить штраф. Нам было очень интересно! Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.